Данная выставка приурочена к важной дате – 70-й годовщине Дома моды Dior. Это первая выставка, в рамках которой получилось охватить всю историю Dior. Мы расскажем обо всех ключевых событиях, произошедших с 1947 года, когда дом был основан, по наши дни. Главная задача, которую мы перед собой ставили, показать гостям выставки, сколь разнообразны могут быть источники вдохновения. Dior вдохновлялся историей искусства, культурой разных стран, ушедшими эпохами. О стиле New Look впервые заговорили в 1947 году, вскоре после окончания Второй мировой войны и периода оккупации. Казалось, что в моде после окончания войны так ничего и не изменилось. Женщины продолжали одеваться, как в 40-е годы, в скромные, сдержанные наряды, напоминающие мужские. Но Кристиан Диор решился, наконец, перевернуть страницу и начать новый этап в истории моды. Перед вами легендарный барный жакет, главная изюминка второго блока выставки и одна из знаковых для Dior моделей одежды. Барный жакет сыграл в истории дома важную роль. Это не просто жакет, а настоящий манифест. В нем отражаются все идеи, лежащие в основе первой коллекции Кристиана Диора. Мы стремились добиться эффекта полного погружения. В первом же зале вы убедитесь, что выставка интерактивна. Первый зал посвящен истории Кристиана Диора. Там вы увидите множество уникальных, редких документов, которые мы долго искали в архивах. Мы дарим вам возможность узнать об экспонатах еще больше. Просто нажмите на кнопку, и на экране появится информация. Фотографии, документы, видео. Таким образом, каждый экспонат обретает широкий контекст. А гости еще подробнее знакомятся с историей Dior. В залах также демонстрируются фильмы, посвященные разным сферам, в которых прославился дом. Например, часовому искусству, парфюму. Собственно, парфюму посвящен отдельный зал. Там гости смогут посмотреть документальный фильм о Франсуа де Машель. Известный парфюмер раскрывает свои секреты.
В других залах можно познакомиться с фотографиями и документальными фильмами, посвященными мастерству дизайнеров, возглавлявших Dior в разные годы. Мы пригласили сотрудников мастерской Dior, чтобы те продемонстрировали гостям выставки, как работают. Итак, мы находимся в последнем зале. Тут путешествие гостей выставки заканчивается. Зал получил название «Большой бал Dior», и не случайно. Ведь тут представлена коллекция роскошных вечерних нарядов Dior, идеально подходящих для торжественных мероприятий и праздников. Платья поистине великолепны, к их декору дизайнеры подошли с размахом, чего стоят хотя бы изумительные вышивки. Итак, прямо за моей спиной расположены платья, в которых блистали знаменитости, например, актрисы. С самого начала существования дома знаменитости мечтали о нарядах Dior. За моей спиной платье насыщенного синего цвета. В нем в 1986 году блистала принцесса Диана. Также тут представлены наряды Рианы, Натали Портман, Сары Джессики Паркер, Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс и, наконец, Грейс Келли.